правильно говорите, хорошая динамичная игра была. Борьба на каждом участке площадки. Ну, не реализовали свои моменты. В принципе, нужно забивать их. У тебя сегодня было множество моментов. Вот был очень хороший момент, когда она на линии остановилась. Ну, где-то и везение, где-то и мастерство. Где-то нужно больше самоотдачи, полезть туда. Вот. Нужно реализовывать их. Что касается овертайма, буквально закрыли соперника в своей зоне, но опять же. Что не так? Повторюсь, ну что нужно порасторопнее там как-то быть, я не знаю, с мясом ее завозить. Ну, надо отдать должное вратарю соперника, он, конечно, сегодня красавец. Какой настрой сейчас у команды и состояние перед следующим матчем? У нас настрой только боевой, нам нужно попадать в плей-офф, биться за каждое очко, выигрывать каждый матч. Только боевой настрой. Сейчас отдохнем, восстановим силы, снова в бой.